И снова всем привет, мои дорогие! Я очень рада видеть вас на своем канале. Ну что, ребят, на дворе третий день осени. Вот, и мы продолжаем. Я продолжаю смотреть, что же дают в начале месяца это быкам. Никогда, вот если честно, раньше не обращала внимания на числа, но теперь по совету подписчика очень стало интересно. Пробовала я 1 сентября. Сегодня уже третье, и все так же продолжаю пробовать. Ну, конечно же, мой любимый скретч-карт. На балансе 10 тысяч. И вы не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. Ссылочку на все игры оставляю ниже, закрепленной в комментариях. Проходим, не стесняемся. И поднимаемся вместе со мной. Так, по 250 я пошла, да? Так, скретч-карт. Есть X2. Неплохо. Тут ничего. Так, что десятик? Ну ладно, еще на 1000 попробуем. X4 неплохо, не зря. И последний раз. Тогда скретч-карт нет ничего пока. Пробую в кристалл. Кристалл по соточке. 30 рублей надо же, как много. О, уже 80. Блин, косарик надо было ставить. 170, блин, сколько бы я сейчас уже подняла. Так, 170. А, в принципе, что я подняла? Было бы 1700, 700 рублей, бы 250. 250 и... 30 рублей. Блин, так кристалл меня и манит поднять ставочку. Не знаю, замануха или нет. В принципе, кристалл. Вот очень-очень неплохо. 450 рублей, блин. Ну, да. Еще разочек. Что, теперь поменяю ставку? Да, я поменяю ставку и поставлю. Да, я сошла с ума, ставлю 1000. Кристалл меня заманил. 300 рублей дал целых. Зря сюда я заперлась. Теперь меня отсюда не вытащишь. Ну что, 3900, чем плохо? Это же неплохо, это замечательно. И 10490, блин, еще косарик. 1600. Две 700 и 3500. Неплохо он дает. Так, а теперь я попробую удвоить ставочку по 2000. 1800. 1800. 600 рубликов. 1200. 600. В смысле недостаточно средств? Я что, до 1000 дошла? Блин. Пипец, блин, поиграла, но нормально. Кристалл, блин, давай бабло. Зараза. Так, 190. И этот человек, я еще учу внимательно следить за балансом. Слежу я за балансом, да. 494. Сменить. Блин, как я так? 494. Замечательно. Поиграла, посмотрела, что дает 3 сентября. Так, что, по 500 рублей? Ну, что, меньше я
меня сейчас, походу, телефон полетит куда-нибудь об стенку. Ну чё, дай на пятихатку-то. 150 рублей, я сказочно богата. 300 рублей, уже лучше. Вот честное слово, Кристалл, мне полегчало прям. Блин, офигеть, нормально так заигралось, блин. Так, а что тысяча-то у меня откуда натикало? Что-то я не поняла. 540. Эй, Кристаллик, да я сейчас подыму, я сейчас верну свои бабки, да? Что-то какой-то клюк. Заранее мне показал 1020. Вы все это видели? Может, у меня и деньги вон зря? Я неужели все бабки надо видюшку пересмотреть? Неужели я так быстро все бабки сняла? Или какой-то бзик тут? Не понимаю. Так, что у нас тут? 300. Так, 800. Давай по 200. По 200 рубликов. По 200. Четыре раза будет, да? 580. Неплохо. Но я же говорю, сейчас насыпет мне снова до моей десяточки. Я так думаю, надеюсь и верю. Не повезло, что ли? 60 рублей. Так, что, на 570 делаю. И последний раз. Ну, все, пипец. Поиграли, зашибись, замечательно. Я собой довольна, как никогда. Было 10 косарей, и нету 10 косарей. Ну ладно, всем пока, удачи в играх, увидимся.